Всем привет, братва! С вами, как всегда, Дэн Стифлер, и сегодня у нас обзор на новую игровую механическую клавиатуру от компании QCyber Dominator TKL. Погнали! Ну что ж, начнем с распаковки. Клавиатура поставляется в обычной коробке, но кроме самой клавиатуры внутри больше ничего и нет. Никаких тебе юзер-мануалов, никакой гарантии, но все вы можете уточнить на сайте QCyber. А вот и наша клавиатура. И вы спросите, почему же ее назвали Dominator TKL? А все очень просто. Клавиатура QCyber Dominator TKL – это механическая клавиатура без цифрового блока, в народе без нумпада с правой стороны. Исполнена в форм-факторе скелетон, без рамок. Клавиши и свитч находятся выше металлического корпуса. Корпус выполнен из черного пластика, сверху он прикрыт металлической пластиной. И сделано это не только ради красоты, но и для того, чтобы придать клавиатуре наибольшую жесткость. На обратной стороне клавиатуры мы видим три резиновые ножки снизу и две резиновые ножки складные сверху. Провод находится в тканевой оплетке с эффектом памяти и также защитой от сгибов у основания. В клавиатуру установлены переключатели Jixion Red, но почему же не красные черри? Да все потому, что за счет этого и формируется такая низкая цена, а производительность клавиатуры от этого не страдает и все прекрасно работает. Ход клавиш линейный 4 мм, до срабатывания 2 мм. В общем, все то же самое, что и у черри, только намного дешевле. И единственный минус, который я нашел лично для себя, это то, что клавиша Caps и SL не подсвечиваются, а работают как индикатор. Ну, тут кому как. Может, кому-то это и понравится, может быть нет. Ну, напишите в комментариях, как вам такой вариант. Всего в клавиатуре 13 анимаций подсветки. Волны при нажатии, рассеивание, змейка, статическая и так далее. Каждому что-то придется по вкусу. Также описание всех команд клавиатуры будет под видео. Что хочется сказать, ребятки. Данной клавиатурой я очень доволен. Она круто выполнена. Стоит она каких-то 3500 рублей. А если ты хочешь точно такую же клавиатуру, то заходи по ссылке в описании, вводи вот этот вот промокод, который вот здесь вот сейчас появится, и ты получишь скидку. Ну а если ты еще оплатишь онлайн, то клавиатура выйдет тебе меньше 3000 рублей. Не веришь? Иди проверь. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этой клавиатуре. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Дэн Стифлер. Всем удачи, пока!